представляет. Подписывай. Я требую... Раньше сядешь, раньше выйдешь. Взяла ручку, подписала. Я требую адвоката. Опять? Ты требуешь адвоката? Я тебе давал адвоката. Не хочешь, как хочешь. Он тебе, видите ли, не понравился. Мне нужен настоящий адвокат. Настоящий? Это какие? А у меня есть. Есть у меня блондины, брюнеты, два лысых. Это, конечно, если у тебя денег на них хватит. Не хочешь, не надо. Спасибо за вечность с тобой, спасибо за веру в любовь, спасибо за свет, за все, что есть у меня. Спасибо, что плачу, я знаю, что значу. Спасибо за то. Люди, здесь должны быть люди. Нельзя. Нельзя останавливаться. Меня. Ты ждешь меня. Ты ждешь. Значит, я не умру. Значит, я не могу умереть. Значит, будет все хорошо. Хорошо. Ну что врачи говорят? 3 часа совещались и ничего. Ну, если эти врачи не очень, может, тогда лучше за границу? Да я бы с радостью. Ты представляешь себе, сколько это стоит? Тем более, куда же я уеду, если все дела на мне? Ой, Слава, я очень устала. Поехали. Да? Марья Алексеевна, раз уж мы тут в Первомайске, может быть, Ляль проведаем, ей сейчас так плохо. Ты думаешь, мне сейчас хорошо? Не думаю. Я заметила. Сейчас не до Ляли. Едем домой. За кого голосовать будешь? Горана никто не заменит. Так что, откопать его, что ли? Ты за языком следишь? Но барона все равно придется выбрать. Что тут выбирать? Пусть Елена будет. Вдова Горана лучше всех знает, как дела вести. Соня, ты что, сдурела? Где ты видела, чтобы ромами баба руководила? Еще коня предложи. Ой, да ладно. У ромов по-разному бывало. И женщин выбирали, и ничего. Да когда мужиков нормальных нет. У нас с Привольного он полно. Он Рамир. Он Горану как сын родной был. Понятно теперь, зачем Рамир каждый день в моем кафе поляну накрывает. Как прежнего барона не стало, так он взялся вас умасливать. Соня, это поминки. Что, каждый божий день? Соня, тебе-то что не нравится, я не могу понять.
Тебе же от этих застолий деньги капают. Или тебе Елена что-то поинтереснее пообещала? Ничего мне никто не обещал. Ага. Ладно, как все проголосуют, так и я. Да хоть бы и за Рамира. Даже дюбовтись. Сейчас посплю, потом найду еду, потом обязательно встречу людей. Обязательно. Потом доберусь до телефона. Ах ты ж! Телефона. Позвоню. Приеду домой. Обниму Лялю. Лялю. Конечно, не председатель избирательной комиссии, а всего лишь скромный подполковник милиции. Но как представитель власти я официально заявляю, что выборы прошли честно и демократично. И абсолютным большинством голосов новым бароном назначен Алмазов Рамир Петрович. Поздравляю! Желаю привести Привольный к небывалому процветанию и озеленение. Спасибо вам. Я очень рад, что вы отдали свои голоса за меня. Кроме одного. Интересно, а кто это? Что вы на меня смотрите? Я же говорила, что буду голосовать как все. Дай сюда бюллетень. Я покажу свою подпись. Да ладно, Соня. Да какая разница? Всего лишь один голос против. Спасибо вам. Я обещаю быть честным и справедливым бароном. И достойным председателем поселкового совета. Я буду поддерживать в привольном порядке, как это делал Горан. Я позабочусь о том, чтобы вы всегда были сыты. И чтобы в ваших домах зимой никогда не было холодно. Стоп. Неизвестно, когда рыбаки вернутся. Надо экономить. Экономить. Экономить.
же это сочиняют? Следствием установлено, что Рубиновы систематически занимались производством и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Наглое вранье! Да чтобы у вас руки подсыхали, такое писать про бабушку с дедушкой. Нанелладж. Где это видано? Чтобы крутые наркоторговцы жили в доме с дырявой крышей. Прости меня, маленький. Я не буду больше волноваться. Чего буянишь, Свиридова? Мне нужна ручка и бумага. Мемуары решила писать? Нет, жалобу. Хорошо. Президенту. Почему злая ходишь? Ты же всегда хотела, чтобы я стал бароном. Вот я и стал. Но какой ценой? Ценой смерти моего мужа? Это не моя вина. Он сам в огонь полез. Рамир, это ты поджег дом Рубиновых? Ну, ты же знаешь меня с детства и любишь больше матери. И вдруг такие вопросы. Ну в чем я виноват? Я не верю тебе. Плохо. Плохо, сестра. Надо верить. Надо. Это Мария Свиридова голову тебе задурила. Она приворот сделала. Это из-за нее ты убийцей стал. Я отстыл. Хотела денег? Власти хотела? Путь свободен! Но идти по этому пути будешь за мной, а не впереди меня, женщина. Я не Горан. Меня уважать ты будешь. Это ведь ты голосовала против. Ты? Ладно. Прощаю. Ты же сестра мне все-таки. Но в следующий раз, клянусь, убью. Ужин подавай. Жалоба. Я Рубиновая Ляль. Я Рубиновая Ляля. Активно. Ответственно заявляю, что распространением наркотиков наша семья никогда не занималась, а показан Горан Баянова, показан Горан Баянов, наглая подделка и поклёп. Да, как это Свиридов догадался на такой... дуре жениться. Видно, чем-то другим взяла. А знаю этих цыган. Кому угодно голову заморочат, лишь бы не учиться и не работать. Ты знаешь, Васильич, ей школа нужна, как прошлогодний снег. Вот чтобы воровать, наркотиками барыжничать, даже не обязательно знать стихи Гоголя. В школе учатся те, кто потом хочет найти нормальную работу. Я лично в школе хорошистом был. Спортом активно занимался, в соревнованиях участвовал. Вот и это активничает вовсю. Кстати, а как там наша коллега Анна Петровна, не представилась? Нет, но состояние стабильно тяжелое. Думаю, долго не протянет. Ну там барак в Аксеновке, а не больница. Чем мне там торчать? А присматривай за ней кто будет?
там фельдшер, санитар. Я им сказал, а если она придет в себя, они мне сообщат. Улучшений пока нет. Но мы делаем все, что можем. Но вы сами видели, оборудование у нас старое, медикаментов мало. Ну, а финансирование, сами понимаете, какое. Да, понимаю. Вот, возьмите, это на лекарство. Скажите, может, лучше ее перевести в Первомайск? Ну, если у вас аппаратуры нет и прочего. Да я бы с радостью, но, боюсь, не довезут. Но у нее травма сложная, может открыться кровотечение, понимаете? Но организм у нее сильный. Я думаю, есть шанс выкарабкаться. Вы же помогите ей, доктор. Вы не волнуйтесь. Я сделаю все, что могу. Если она придет в себя, мы сразу всем сообщим. И вам, и в милицию. До свидания. Активирует особую функцию наклона сидения, что очень важно. Почему важно? Меньше риск, что будут пролежни. Вы знаете, это идеальная коляска. Вашему супругу эта коляска очень понравится. Посмотрите, вот эта рукоятка, я вам даже продемонстрирую, для пациента ей можно управлять. Смотрите, это для пациента. А это для сиделки. Да, здесь два способа торможения. Посмотрите на эти литые колеса. Посмотрите на эту обшивку. Это кресло мечта. Вряд ли мой муж мечтал об инвалидном кресле. Дайте я попробую. Пожалуйста. Как? Ну так, вот так вот вперед. Так. Я беру оба кресла. Вот и все. Нужно еду искать. Только бы вернулись рыбаки. Опять ушла. А я и на суде скажу, что ни в чем не виновата. И не надо меня уговаривать. Я ничего не подпишу. Приедет мой муж Сережа и всем вам покажет, где здесь раки зимуют. Подождите еще чуть-чуть. Осталось недолго, он всего на полгода уехал. Вы тоже хотите чистосердечное? Не будет этого! Вы тоже от Харитонова? Уходите. Не пускайте ко мне этих! Дайте мне адвоката не от Харитонова!
все. Кажется, все. Теперь мы вам больше не должны. Да. Ты ж не ожидал даже. Особенно сейчас, когда у вашей семьи такое положение сложное. Да, у нас большое горе. Но вы столько раз нас выручали. Так хорошо к нам относитесь. Поэтому, как только появилась возможность... Ну, прекрасно. Хороший партнер сейчас на вес золота, знаете. Ой, как я вас понимаю. Ну, вот вы, Свиридовы, не подвели. Ну, мы же хотим продолжать сотрудничество. Ну, как же. Скажите, а как вы смотрите на то, чтобы и в следующем году поставлять корма нашей агрофирме? Очень положительно смотрю. Только с кем договора подписывать? Иван-то в больницу. Ну, так теперь я руковожу агрофирмой на правах опекуна моего недееспособного мужа. Вы знаете, мне сейчас так не хватает Тонечки. Ну, как там она? Ну, а Тоня в город перебралась. Похоже, у нее с этим Артуром серьезные отношения. Жду, пока посватается. Лучше б я в море утонул, чем тут с голоду подыхать. Соберись, тряпка. Тебя Ляля ждет. Ты ради нее должен вернуться. Вернуться. Давай! Что значит человек Харитонова? Она мне что, родственница? Вы их ко мне подослали. Они все одинаковые. То и дело толдычат. Признание. Да тебе любой адвокат скажет. Либо максимальный срок, либо раскаяние и сотрудничество. Тогда, может быть, мы скостим тебе пару годков. У тебя нет другого выхода. Что ж ты упрямишься, девочка? Мы тебе добра хотели. А я хочу нормального, честного адвоката. Хватит меня запугивать. Что ты тянешь резину, Рубинова? Я Свиридова. Да хоть Пугачева. За свои преступления придется отвечать. Прошу внимательно меня выслушать, что я скажу, и сделать соответствующие выводы. Мой муж недееспособен. Временно, надеюсь. От Сергея пока никаких вестей. Поэтому по закону опекуном Ивана Ильича являюсь я. А значит, именно я в данный момент полноправная хозяйка дома и агрофирмы Привольной. И я принимаю все решения. Всем все ясно? Марья Алексеевна, как там Иван Ильич? Есть улучшение? Без изменений. Так что нужно подготовить дом к возвращению Ивана. Да слава богу, дома и стены помогают. Мы сделаем все в лучшем виде, не беспокойтесь. Думаю, вы такой заботой окружим, он быстро на поправку пойдет. Мария Алексеевна, может, в стены поручни вкрутить? Да! Иван Ильич сможет на них опираться. Не надо, Слава, не надо. Еще рано об этом говорить. Иван пока полностью парализован, так что поручни ему ни к чему. Идите. Что это? Для посадок что-то? Это пандус для каталки, чтобы спускать ее вниз. Ой.
Отвлекает. Да, я понимаю, у тебя немерено хлопот. Нет, Маша, меня оправдание не интересует. Я хочу тебя видеть. Но... А когда? Ну, давай... Давай сегодня. Только поскорей. Я очень соскучился. Мерзавка. Веревки из брата вьет, а этот совсем гордость потерял. Ну, ничего, ничего, ведьма. Ты у меня за все свои дела ответишь. И за Горана, и за стариков Рубиновых. И за то, что на меня родной брат впервые в жизни руку поднял. Может, Иван Ильич был застрахован? От чего? Ну, от несчастного случая. Ну, иначе откуда? У Свиридовых вдруг такие деньги взялись? В Привольном говорят, что Мария расплатилась со всеми кредиторами. Я видел, что Тумаковы снова карма Свиридовым отгружают. Угу. И это, зарплату начали платить. Так значит, дела в бизнесе на лад пошли. Прибыль есть! Нет, Финик, тут явно Мария замешана. Вот пока Иван Ильич в больнице, она имущество распродает. Да нет же, я бы первый узнал. Я Марию каждый день вожу. Опять хозяйки кости перемываете? Неблагодарные. Хватит чужие деньги считать. А ты откуда знаешь, о чем мы тут говорили? Опять подслушивала? Лялечка. Боже, бледненькая какая. Ничего, выйду отсюда похорошее. Ты лучше рассказывай, какие там новости в поселке. Цыганская почта нашла Сережу. Где? За границей, только он не музыкант, а матрос. Видели, как он на яхте со снастями возился. Чушь какая-то. Сережа бы мне не врал, он музыкант. Это перепутали. Может, кто-то похожий. За что купила, за то продаю. Держи. Больше не могу. Да и в поселке тебе деньги уже не собирают, Рамир запретил. Может, у Свиридовых попросить? У них как раз деньжат завелись. Не знаю. Маша давно не появлялась. Да и неловко просить, когда с Иваном Ильичем такое несчастье. Беда. Что там? Что там? Ты же могу уже читать. Эй! Да я сам прочитаю. Когда-то главными цыганскими промыслами были гадания, квартирные кражи, подделка товаров и попрошенчество. Но сегодня на первое место выходит торговля наркотиками. Не осталось в стороне от этого гнусного бизнеса и семья Рубиновых из поселка Привольный. Да не занимались они наркотиками! В чем там теперь разберешься? Сгорело все? Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков вышли на след дилеров. Боясь, что Рубиновы расколются, на следствии подельники подожгли их дом. Бздур. Основной фигурант дела и организатор местной наркомафии Ляля Свиридова в девичестве Рубинова уцелела, так как во время пожара уже находилась в СИЗО. На ее совести не только страшная смерть собственных родственников, но и гибель местного цыганского барона Горана Баянова. Ох, теперь Ляле никакой адвокат не поможет. Считай, что уже вынесли приговор. Я даже знаю, кто в ответе за эту заказуху.
Харитонов, сволочь. Майор Харитонов получил грамоту и повышение за проведенную. Здорово. Здравия желаю. Гляди. Хорошо я получился? Шикарно. А обо мне где? Я ведь тоже участвовал. А мне ни повышения, ни благодарности, ни фото в газете. Васильич, ну потерпи. И для тебя какое-то громкое дело организую. Васильич, ну, я все накрыл. Ну что ты, ну... Подожди! Ты знаешь, Слав, я не понимаю. У Марии теперь денег кур не клюет. Ну почему ей на Лялю-то жалко? Она Лялю даже навещать перестала. Вот не хочу я больше Марии прислуживать. Просто с ней могу. Да я бы сам уволился хоть сейчас. Совесть не позволяет Ивана Ильича оставить. Завтра за ним в больницу поеду. Бедный Иван Ильич, вот был бы он здоров, он бы Лялю в беде не бросил. Если Свиридова и Ляля не помогают, я сам за нее буду бороться. Слишком высоко будет. Неудобно. Ничего, ничего, тихонечко. Да, давай я помогу. Господи. Ой, где Сережа? У нас столько бед. Он так сейчас нам всем нужен. Осторожнее! Так. Ну вот. Другое дело. Смогу завтра отплыть. Ничего. Доберусь до тебя, Ляля. Доберусь. Схвачу тебя в охапку. Прижму крепко-крепко. И больше никогда не отпущу. Никогда. Отдыхай, Ванечка. Сегодня был тяжелый день. Завтра будет полегче. А через несколько месяцев, глядишь, на поправку пойдешь. Мобильного оператора нашли время, когда сообщить, что деньги на счету закончились. Завтра пополню. Мне звонить и слать смс-ки посреди ночи. Еще не хватало, чтобы Иван что-нибудь заподозрил. А если и заподозрит, то что? Он же теперь как бревно. Поставь меня на землю. Да зачаре. Как так можно, муж в больнице? Поставь меня на землю. Поставь. Все, Рамир. Пока ребенок не родится, между нами больше ничего не будет. Так что руки не распускай. Я же так долго не выйду. Я не собираюсь рисковать ребенком из-за твоей несдержанности. Это единственный наследник Свиридовых. И других у Ивана уже не будет.
Санечка, ты не голоден? Нет? Может, в стаду погуляем? Хочешь? Ну, и хочешь, как хочешь. Вань, посмотри, как у нас красиво. Из конторы, наверное. Тонь, ты себе просто не представляешь, как я устаю. Все теперь на моих плечах. Иван Ильич, да вы же тоже на сквозняке-то сидите. Господи, вы же замерзли совсем. Сейчас я вам чайка горячего заварю. Что-нибудь покушать приготовлю. Вы же не обедали, наверное. Ну, ничего не хочется. А я вам кашки гречневые, как вы любите, с молоком и сахаром. Вот так. Сейчас. Никуда я из этого дома не уйду. Мария относится к Ивану как к мебели. Того и гляди, что он по недосмотру скатится с лестницы и разобьется насмерть. Да как я могу оставить Ивана Ильича в таком беспомощном положении? И к тому же со дня на день вернется Сережа. Ну а где он шастает, когда в его семье одно несчастье за другим? М? Не вернется Сергей. Этот подлец бросил Лялю и поехал дальше куролесить. Как ты можешь такое говорить, Слава? Я Сережу знаю с рождения, он порядочный человек. И почему тогда этот порядочный человек жене своей не звонит? М? Ванечка, кушай. Тебе нужно набираться сил. Мария Алексеевна, можно с вами поговорить? Слушаю. Там в газете про Лялю написали полный бред. Вы должны дать интервью и сказать, что это неправда. А что тебе еще должна? Во-первых, не смей со мной разговаривать в таком тоне. Я здесь хозяйка. А ты? Ты кто такой, чтобы давать мне указания? Во-вторых, Ляля – обманщица и воровка. Уже доказано, что она занималась наркоторговлей. И никому из Свиридовых не нужна такая позорная родня. Ее даже Сергей бросил. А ребенка, этот дворняга, могла нагулять с кем угодно. Даже с тобой, Слава. Я увольняюсь. Пойду в гараж, вещи соберу. А вы мне дайте сопровождающего, чтобы потом не сказали, что я что-то украл. Так и сделаю. Зина! Степан, теперь вы будете заниматься гаражом и, конечно, за отдельную плату. Машину водить умеете? Конечно. Отлично. Будете моим водителем. Идите, пожалуйста, проверьте, все ли в порядке с машиной. Хорошо. Идите. А Сережа, что-то слышно? Он не звонил ни разу, не писал. Где же он? Мы не знаем, Лялечка. Он моя единственная надежда. Я верю, он меня отсюда вытащит. Мы с Валентиной Степановной сбросились и наняли тебе отличного юриста. Спасибо вам. А Мария? Маша поможет? Нет, она не поможет. Почему? Ну, она не поможет. Не обсуждается. Если я сказал, что поедешь в суд, значит, поедешь. И скажешь все, что надо. Да.
А Мария тоже поедет в суд? Она тоже будет давать показания против Ляли? Еще одно слово, Мария, и я тебя прирежу. Ты поняла? Иди собирайся! Как ты там? Без меня, Лялечка. Так не заметят. Эй! Сюда! Сюда. Давай. Давай! Эй! Эй! Люди! Эй! Гори! Гори! Уплыли. Уплыли. Уплыл. О, здрасте. Здравствуйте. Я Зоя, а тебя как звать? Ляля. Будем знакомы, подруга по несчастью. Для тебя за что сюда? За пьянку. Соседа бутылкой по башке шарахнула. А тебя? Наркотики. О, наркота – это плохо. Уж лучше бухать. Я не пью, не курю, не колюсь и распространением этой дряни не занимаюсь. Что бы там про меня в газетах не писали. Ляля. Что? Ты будешь? Нет, ешь. Вот, спасибо. Тарамир все подстроил. Он меня ненавидит, потому что я за него замуж не пошла. Зато у меня теперь есть Сережа. Муж? Конечно, муж. Он у меня замечательный. Красавчик. Только все красивые мужики ненадежные. Уж лучше страшный, но верный. Мой Сережа верный. Я в нем нисколечки не сомневаюсь. Он ни за что мне не изменит. А если изменит, то... Опять я свое здоровье не берегу. Как там доктор советовал? Дышать, дышать. Ничего. Скоро Сережа вернется, и все будет хорошо. Ты беременная? Так вот что. Так, ты все из головы выброси и думай про ребенка. И это... Ты кушай. Кушай, кушай. Ешь, ешь, ребенку надо. Для дачи показаний вызывается свидетель обвинения Рамир Алмазов. Нас невидимо сокрылись. Ступила на такой тяжелый, тернистый, крутой путь. Приторговывает наркотиками. Елена, как ты можешь? Ты же знаешь, что это неправда! У меня все, Ваша честь. Произошла просто чудовищная ошибка. Я знаю Лялю очень хорошо. Она честный, добрый и прекрасный человек, которого я... Лялю подставили. И я даже знаю, кто. Свидетель, не отвлекайтесь. Ляля никогда в жизни... Я никогда в жизни не видела, чтобы Ляля... Поэтому я прошу, уважаемый суд,
проявить снисхождение к обвиняемой, также взять во внимание, что Ляле Свиридовой на данный момент всего 18 лет, и к тому же Ляля готовится стать матерью. Суд постановил Свиридову Лялю Григорьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 Уголовного кодекса, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Вы подстроили все, подстроили! Пусти меня, блядь!